Всем привет. Привет. Здравствуйте. Как слышно меня? Покажите звук, как слышно. Привет, девчонки, я по вам скучал. Привет. Привет. О, как вас много сегодня. Отлично, да? Супер. Как у вас дела? Еще бы. Невесту еще. Так, Наташа. Здравствуйте. Что у тебя? Невесту еще. Невесту еще? Да. Только нормально скажи, чтобы интеллигентные приходили. Да, но серьезно, имейте в виду... Но тебе везет. Не, имейте в виду, все равно Наташа любовница с московской пропиской остается. Естественно, но я тебя пристрою кому-нибудь. Она никуда не денется. Ты же мне не изменяешь, молодец. Ну правильно, 7 месяцев не изменяла. Молодец, умничка. Я уже... Так, Федя, ты будешь петличиться или нет? Федь, я прошу тебя, я умоляю. На каждый раз, Федь! Невесту пока не нашел, нет. Почему Женя и Кристина разошлись? Ведь так он за нее заступался. Я бы сказал, они поругались, они разошлись. У них очередное недопонимание. Притирка называется. ЧГ, воскресенье. Будете болеть за меня. Яна ушла с проекта. Серго, настрой боевой, ты же знаешь, как обычно. Тем более, с твоими витаминами все очень легко проходит. С Мариной мы расстались с друзьями, да. Брюнетки или блондинки? Брюнетки. Так. Да, был в Бресте. 4 дня был. С острова улетели уже все, да? Девчонки на проекте симпатичные. Симпатичные есть? Те, кто мне нравится, нет. Так, я подала. Я тоже подала кастинг на Дом 2, мне звонили, приглашали. Я себе сам найду невесту, не через кастинг. Где был, почему не видно? Был в отпуске был. С Яной нет, не виделся, зачем? Стэд с Максом? Без понятия, честно. Максим на выходном, не знаю. Со Скалон нет. Со Скалон мы нейтрально общаемся. Как ты теперь считаешь, Женя все же будет с ней или нет? Я думаю, что Женьке с Кристинкой скучновато немножко. Скучновато. Но все в руках Кристины. Жалею ли я, что ушла Шафеева? Ну, она ушла в лучшую жизнь. Ребят, ну а если честно, давайте Сереженьке Закуришу поможем. Если ты молодая, красивая, успешная, стройная, интеллигентная, воспитанная, приходи, не мы приходи, тебя пристроим. Не приходи на Дом 2, иначе ты перестанешь такой быть. Мы тебя испортим. Да. Да. Приходи, мы тебя пристроим. Ребят, ну а если честно, уже не есть, да, Кристине, 100%. Ребят, у меня даже столько людей, я еще чуть популярный даже. Ух ты! О, это у тебя мало, у меня больше, чем у тебя людей примут. Ну, потому что у тебя женская аудитория. Конечно! У тебя мужская, ты мужика клеишь! Чего несешь? Ну, я имею в виду, девочки более популярны, чем мальчики. Конечно. Кстати, у меня подружки спрашивают, как раз хотела прийти или что-то. Сереге? Да, Сережа очень хороший мальчик. Иногда бывает. Когда не пьет. А ты же бросил бухать? Да. Вот. У нее 2 высших образования, работает, подсижет. Зачем ей на проект? Она
туда была одна, почему-то не может его найти. Это странно, если она давно одна. Нет, как, года два? Два года одна? Она работает. Карьеристка? А чем занимается? Какая? Она работает в медклинике. Косметолог. А, ну, с косметологами я знаком. Мне как раз надо к косметологу скоро будет пойти. Серега, тебе вообще уже пора жениться. Сколько можно? Так я не против, Наташа. Да? Ну не на эскортницах же. Ну естественно, а тебе везет. Мне везет, да. У тебя что, не девка, то добрый вечер. Не, ну разные были уже. Да, разные. Ты мне скажи, ты на выходных идешь? Куда? Да, завтра на Хэллоуин иду. Ромашова? С Ромашовым? Ромашова хочу взять, не знаю, пойдет или нет. Пойдет он, естественно, он такого не откажет. Так, почему Руслан с Крис покинули проект? Наташа, ответь, кто пожалуйста. Кто это такие люди? Кто это? Руслан, Крис, кто это такие? Это о каком речь сейчас идет? Руслан с Крис покинули проект. Ну, на острове, который с нами были. А они все, их пристроили на другой остров. Они улетели. У них свое шоу будет. Отдельное. Так, бороду не буду брить, мне она нравится. Конечно, это твоя фишка, зачем тебе это надо? Какую я жду? Вот, Наташа, зайдите к Наташе в сторис, она там все рассказала, сняла, конечно. Да. Какую Сережа ждет? Вот тебе брюнетки, да? Желательно, чтобы вы были брюнеткой, но если вы блондинка, это не страшно, мы вас перекрасим, и обязательно, чтобы была московская прописка, еще что-то. В пределах МКАД. В пределах МКАД. За МКАД он не рассматривает. Внутри Садового кольца желательно. Желательно около нас, где студия. Если внутри Садового, можно даже быть не очень красивой, не очень молодой. И пофигу, брюнетка или блондинка. Серега, нас прибьют. Нет, требования, они не меняются. Красивая, экстравагантная. Даже если вы не красивая, мы вас сделаем, чтобы быть красивой. Слушай, тут из разных делали очень красивых на проекте. Конечно. Понятно, какой вариант ему больше понравился. Так, кто лучше друг на проекте? Ромашов. Да, именно вот этот состав. Привет, подписывайтесь на Кореша. Сейчас будет прекрасное шоу, веселое очень. Да. Настоящее. Про Серегу с ним. Да, а там только правду говорят всегда. Смотрите следующую пятницу. Да, пить бросил. Альфонс, вот это он. Вот он, Альфонс. Че, охуел? Переключи камеру на Альфонс. Да. На кого? А, не, он. Ребят, есть минут. Вот они оба. Смотри, идет значок. Я бы, у тебя что, биткоин, бля, как у Моргенштерна набит на брови? Что такое? Это прямой эфир? Да. Да, я посмотрю. Прямой эфир. О, у тебя 300 человек. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел с вами поговорить по поводу Олеси Семеренко. Подходит она Сергею Захаряш или нет? Вот Олеся Семеренко. Она, честно скажу, что порядочная девушка. Вот у Сергея. Она подходит или нет? Я хотел эфир сохранить, теперь сейчас придется не сохранять. А, нет, сохраняю, почему нет? У тебя, получается, Олеся была порядочная девчонка, потом у тебя была Захарова тоже порядочная девчонка, ну, они вообще, ну порядочные были. Ну да, хорошие. Вот. Из Питера, из культурной столицы. Из Питера, да, вот именно из культурной столицы, и именно культурные люди они были. Вот, так. Очень подходит, Олеся Семеренко, говорят. Да. Очень подходит Олеся Семеренко. Ну, слушай, твоих еще 30 бабушек добавилось. Да. Шансон любит. Да. Какая у тебя средняя целевая аудитория? 40+, или нет, 30? Нет, 25. А, как у меня, 35-34. Да. Ой, 25-34. Да. Так. Ебарова в мэры. Спасибо, вот, так. Вот мы с Ильей спрашивали, типа, в какую ему партию. Да, я считаю, что были... лучше в ЛДПР. Да, они были прекрасные с Олесей, вот пишут тебе. Так, а давайте еще вспомним, Сергей еще был, у него была Женя, вот Женя. Нет, Женя хорошая на яхте. Ну, ей надо наговаривать. Не буду говорить. Женя у тебя была, потом у тебя была Ульяна, еще у тебя была из Владивостока или из Хабаровска. Саша звали. А, Саша ее звали.
Саша ее звали. Брянская была. Которая тебе нравилась, Саша. С мужскими ногами. Она была с мужскими ногами. Женщина-мужчина была. Женщина-мужчина. Не, она до пояса была женщина, а после пояса была мужчиной. Но это правда. Ну, у тебя вкус такой, Сергей. Ничего страшного. Ну, я тогда выпивал еще. Ну, ты выпивал много, да. Так, это... А как я еще песни пел постоянно? Кто? На Сейшелах я этой Саши. Как я пел песню, ты помнишь? Алена Кукарева. Алена Кукарева. Шалавала! Ульяна Кукарева шалавала. Где ты ее нашел? Ты мне скажи. В Инстаграме, блядь. Ты знаешь, что с ней еще и Федя переспал? Знаю, конечно. Ой, господи. Так. Так. Плохие комментарии пишут. Давай заблокируем. Урод. Заблокируй их сразу. Что за урод? Давай, блокируй. Таких людей надо блокировать, не обращать просто внимания на них. Провокаторы. Да. Мы смеемся, прикалываемся, а не это. Пишут какую-то ерунду. Блокируем всех сразу. Так. Да, Кукарева была у Сергея неплохая девчонка. Вот. Правда... Сергей расстался с ней, знаете почему? Хотите, я вам скажу правду. Потому что когда он ее привел, она ему понравилась на мордашку. Но когда она разделась, он понял, что там ноги, как у него, мужские, и он понимает. Я в студию проходим. Так. Туалет, студия. Есть буквально. Ромашов, да, Ромашов любит белую. Вот. Ваня прям не успокоится. Давай их всех блокировать будем. Так, я бы четкий, спасибо. Ребят, Ромашов любит именно белую, потому что без белой он сходит с ума. Но Юлька белая, она неплохая. То, что... показывай, что ты меня показываешь? Юлька белая, она неплохая. То, что она просто у Сергея Захаряш на Новый год немножко ошиблась и решила руку засунуть ему в трусы. А так, в принципе, Юлька ничего плохого не сделала. Я предлагаю закончить эфир. Спасибо вам большое. Последние 10 минут можете...